Всем доброе утро. Good morning. 26 января. 7:35. Через 10 минут мне надо выходить. Брита дошла, ладно. Что сказать? Вот такая сегодня красивая пойду. О, да, там брита видно. И джинсы черных. Вот. Идем в поликлинику. Вначале мы поедем с Полиной мамой. Типа она нас довезет, а обратно поедем с Полиной сами. Так, у меня завтрак, хлопья с актимелем, катебильчик и вода. Я вышла буквально на пару минут позже. Ну, типа, сейчас это 52 минуты, 72. Вот. И идем, ну, иду в поле, дойдем в поликлинику. И уже будем в поликлинике заниматься всякими врачами. Ну как, они, наверное, скорее. Вот, кровь мы не сдаем. Так что все нормально. Да, в принципе, даже если бы сдавали, ничего бы не было. Но если бы сдавали на сахар, если я не могла бы поесть. А так как мы не сдаем вообще, то есть, типа, нормально. Да и даже если бы сдавали, как бы я особо не переживала. Нет, я переживала, но я не могу сказать, что я прям боюсь очень сильно. То есть, да, я боюсь. Но не, да, ну, не критически. Нет, ноги здоровья. Не знаю, что с качеством. А все отлично. Готовься к неврологу, как говорится. Мы прошли уже сколько-то врачей. Лор. Идем вон лорд, да. И ортопед нам нужен. А какой из лоров нам нужен? Это... Ага, все, спасибо. Я прошу окулиста. Окулиста мы давно прошли. Еще самым первым. Лора, мне все хорошо. Жду Полину. Вообще мы стоим куда-то там. Куда мы стоим? К физиотерапевту? Носочка где-то там, да, я вам показала. А, Кирилл, короче, ты в парнишках. Клево. Давай деньги, Кирилл. Так вот, я оставила эту свою жену, я пришла на втором этаже какого-то там кабинета. Там есть бананы, яблоко и баланс. Я хочу кушать. Что ты ела завтра? Чисто, коротко наш темперамент, знаете. Короче, нам гинеколог пришел в лекцию. Ну, какую-то, короче, рассказала. Я забыла рюкзак у Лора, поэтому зайдем к Лору. А потом нам надо к там, ортопеду, физиотерапевту и педиатру. Соня хочет того. Ребят, всем привет. У нас сейчас ортопед. Мы ждем указаний врача и указаний не будем. Соня ждет, я прошла. Еще Вика потеряла рюкзак. Да, кстати, я не могу найти рюкзак и пакет. А в пакете домашки... Возьми, пожалуйста, вот это. А в пакете домашки, ребят, как бы. Да. Не мои только. Мы вас любим, ребята. Удачи вам. Я, соответственно, тоже. Короче, никого не было. Ну, еще по одной, типа, просто вопрос задавала. Сказать про технологии, потому что я всем ребятам сказала, что если надо что-то сдать, я могу сдать, потому что я все равно пойду в школу после поликлиники, у меня на ручку. Вот. Сейчас беру руку, где-то не могу косвенку, если пойду к театру. А мы закончили. Ну еще, мы закончили. Она здорова, Полина. Это победа. А я нет. Но меня спросили, ты спортсменка? Едят. Нет. Ты просто организованная? Ну да. Теперь мы идем. Что значит организованная? Да, я сейчас тоже не поняла. Типа просто контролирую еду, контролирую спорт или что это значит? И идем кушать пиццу. Короче, у нас вот пицца есть. Да. И соки. Сейчас вам вырежу. Мы пришли в школу в 2 часа, без 5:02. У нас еще еще 7-й урок идет, но мы не идем на него. Ну, мы же немного опоздали. Да, чуть-чуть, на 5 уроков примерно. Здравствуйте, Сергей. Идем отдавать работу, которую мы не можем отдать, если мы не можем ее найти. Мы отдали работу. Причем работу мы отдали, всего 2 работы за класс, получается, и я одну. Кошку к окошкам, за кошкам. Ну что сказать? Время 4:30, наверное, должно быть. Я пришла домой, да, 4:30. Сейчас снимать буду одежду, ну, переоденусь и буду делать уроки, доучивать.
Вот. Я уже. Что-то у меня шкаф там открыт. Оделась. В принципе, готова. Осталось покушать. У меня еще 15 минут. Как за это время покушаю. И буду выходить. Собственно, со вчерашнего дня особо много ничего не поменялось. Осталось даже котлета гречи, но добавился салат. И, конечно же, любимый котебельчик. Я буду слышать, что странно, это шарф. Ну да ладно. Мы с папой идем на хоккей. Очень много людей, вообще очень неудобно снимать, поэтому на хоккей, и мне надо подъехать к метро. Там меня папа уже будет ждать с работы. И на метро мы уже поедем вместе. В Ледовый, соответственно, на СКА ЦСКА. Очень надеюсь, что СКА наш выиграет. Да. Будем болеть. Я сомневаюсь, конечно, что я много сниму. Но попробую. Еще прикол стоит в том, что весь, ну, почему-то транспорт, именно который нужен мне, его нету. Типа он все уехал в ту сторону, а мне надо в ту. Вот. Надеюсь, что сейчас что-нибудь скоро подъедет. И я спокойненько доеду до метро без каких-либо вообще приключений. Потому что мы можем и умеем. Но сегодня, надеюсь, без них обойдется. Помимо того, что сказала раньше, я без какого-либо вообще рюкзака. И это странно, потому что я всегда хожу с рюкзаком, либо с маленьким, я светофор попросила, либо с школьным. Поэтому без рюкзака ходить, это уже непривычно совсем. Передача Александра Гончарюка, номер 89. Шайбу забросил Арсений Крицюк. Я снова дома. Уже дома. И как вы думаете, что сейчас делаю? Правильно. Снова буду кушать. На этот раз у меня курица с картошкой запеченная, салат с перцем. Катюша Адушкина.